мальчишки и девчонки, а также их родители, услышать не хотите ли массаж шейно-вертикового звона, сет номер 2. Продолжаем. Значит, мы закончили, да, со спиной и, ну вот, с этими, с растяжением атланто-крестцового сочленения. Ну, тут, конечно, это имеется в виду весь позвоночник, да? И теперь переходим, сейчас масло сюда добавим, на локти тоже, локти пригодятся. И теперь переходим к, ну, более верхним отделам, да? Вот берем, растираем, быстро-быстро-быстро шею растираем дополнительно, локально, да? Растираем так, чтобы все предплечья у нас работали. Здесь запускаем ракету. Вы представляете, что тут шахта находится, да? И ракета С-500 пошла, вторая пошла вверх. Таким образом растягиваем, ну так мягенько на самом деле, трапециевидную мышцу, видите, вверх ее подталкивая. Дальше растирание продолжается инвертированными ладонями. Вот так разворачиваем руки и стараемся идти от начала волосяного покрова, да, по мышце вот до сюда, можно даже плечо захватить. Плечо-то человек не заказывал, а мы в качестве бонуса его дополнительно размассировали. И, ну, если учитывать, что массаж спины, да. Для этого, опять же, рекомендую не ходить лишний раз вокруг стола, да, чтобы вот так вот промассировать здесь, снимаем повыше, или вот здесь массировать, да. Мы по принципу эргономики нашей занимаем одну позицию. Это вот ноги пошире поставили, как в сумо, присели, и вот мягко, работая на коленках, на пружинистой такой посадкой, да, начинаем работать с этими мышцами. Так, вот видите, вся спина работает у меня, пока я ракеты запускаю. Теперь надо с этой стороны чуть обойти, да? Я разворачиваюсь, вот, растер. С той стороны буду работать. Раз, развернулся, тут буду растирать. Ну, примерно вот, быстро-быстро-быстро, шорохом. Примерно делаем 3 прохода, 4, может быть. Ох, разогрелось, хорошо. Покраснение хорошее, гиперемия, с чем тебе поздравляю. Значит, турка кожи отличная, трофика ткани в норме, кровообращение хорошее. Как говорил Гагарин, полет первые 5 минут идет нормально. Берем эту мышцу, теперь растягиваем вдоль ее. И вот такой прищепочкой, да, мышцу захватываем между большим и указательным пальцем. С одной стороны вверх тянем, а с другой стороны вниз. Потом опять вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. То есть прошлись по этой мышце здесь, по всей длине, здесь, здесь. Опять же, от центра к периферии. То же самое делаем, естественно, с другой стороны. А, ну вот, видите, растерли, видно там, да? Угу. Вот мы ее растягиваем туда, сюда, вверх, вниз, вверх, вниз. И потом продольно. Обе мышцы продольно. А, и еще хотел сказать вам небольшой лайфхак для массажистов. Если человек приходит, у него увеличен лордоз, там прям вперед шея ушла, да, аж наплывает спина на шею, или укорочена шея, да, можете сделать вот такой приемчик, локти остаются на месте, под себя, под грудную клетку подкладываем, голова свешивается туда, и видите, она растягивается и расслабляется. Дышать так удобно? Ну, нормально, вот, видите, шея больше раскрылась. Значит, растянули. Опять у нас пальцы встали в сочленение, в ямочку такую между акромиальным отростком, вот он идет, и где ключицы стыкуются, да. Развернулись кулачки лапы леопарда к нам, и получается прием куриная лапка, ну, вы помните его, да, на растяжение. Мы растягиваем, отделяя от акромиального отростка все мышцы плеча, в разные стороны. Получается, рисуем эполеты. Прием называется эполеты. Видите, нарисовали. Натянули на себя кожу. Ну, тут как бы вот захват. Захватом, да? Трапециевидную мышцу натянули. И начинаем теперь проминать
по бокам с этой стороны мышца идет до уголка лопатки, вот прямо отсюда от черепа. Мускулус элеватор скапулус, по-латински называется. Вот ее так прожимаем, вот опять отделяем от кости в сторону. А чтобы больше было, растягиваем эту голову в противоположную сторону. Ну, я полигонечку буду делать. Очень часто у многих людей она спазмирована, напряжена, так что вот прям поглубже ее продавливаем. И также в другую сторону. Вот до сюда. Так, вернули голову назад. Теперь захватили мышцу трапециевидную вот так вот, прищепочкой такой, да, и от центра к периферии растрясли. Вибрация такая, чтобы было легче трясти, и чтобы вы не, ну, руки ваши не уставали, да, наклоняйте руку, во-первых, делайте прямую, да, с предплечьем, и ставьте ее горизонтально. Так будет легче. Вот такая мелкодробная тряска и покрупнее. Вот амплитуду сменили, да? Потрясли покрупнее. Теперь у нас кулаки впиваются прямо в тело человека, да? Прямо вот туда. Ну, смотрите, опять же, кто выдерживает. Кто не выдерживает, тому полегче делаем. Кому надо помощнее, ну, массивный человек такой пришел. Качок, скажем так, да? То тогда вот прям, видите, мое тело как встает, вот. Я прям встал и туда, прямо в тело его тут вот вминаюсь. Натягиваю на себя череп. И теперь разрезаем на колбаски вот такие. Чик, как будто все шею разрезали на колбаски. Сверху вниз. Приподняли трапецию. И кулак превращается в лапу леопарда. Теперь делаем шестеренки по очереди. Раз, два, три, четыре. Видите, как поднимается мышца? Раз, два, три, четыре. Ну и таких проходов, допустим, у нас получится 4. Раз, два, три, четыре, пять. По волосистой части головы поаккуратнее, иначе там волоски, да, выдергиваются, болезненно будет. Теперь натянули все мышцы на себя, схватили за череп. Видите, как я тоже всем телом назад отодвинулся. Натянули и протрясли, продрожали череп. Декомпрессия. Растянули шею. Теперь наши руки оставили здесь и ставим на пальчики. Получается как раз ровно под черепом, да, вот где вот он заканчивается. Сосцевидные отростки начинаются, мышцы. Делаем методом шиатсу. По очереди прижимаем. Я специально палец поднимал вверх, чтобы было просто заметнее. Вот так вот подрожали. Протрясли. Далее под самым черепом находится точка, ну кто-то называет ее точкой Конфуция. Вот прямо под позвонком Атлант. Вот она вот сюда. Стараемся туда проникнуть, да, где вход в череп. Одно отверстие в череп. БЗО называется. Большое затылочное отверстие. Да, большое затылочное отверстие. Вот любым пальцем под нее и вот до вот этой косточки доходим. Видите, выпирающая кость. Получается раз, два, три точки. Три. Ну, любым пальцем. Стыкуйтесь, каким хотите. Большим, там, указательным. Вот я безымянным делаю, например. Вот такой крючок. Раз. Зацепили, зашли туда поглубже. Натянули и протрясли. Можем указательным. Вторую точку. В это время ваше тело отдыхает. Вы можете расслабиться, потанцевать. Снимешь, как я танцую. То есть, пока палец работает, да, вы сами отдыхаете, там, ножки потрясли. Отдохнули. И далее переходим к волосистой части головы, ушам и точечному массажу головы и плеч. Но об этом в следующем сете, сет номер 3. Если вы с нами останетесь, вы про него узнаете. Если подпишетесь, вам будет еще больше бонусов. Если поставите лайк, еще больше бонусов будет. Если поставите, нажмите на колокольчик вверху, еще будет больше бонусов. А если придете сюда, то научитесь и выйти отсюда готовыми специалистами, дипломированными.